Рай радиотелевизионной Итальяна представляет Бони Бьянко, Пьер Косо в фильме «Золушка и принц». Режиссера Роберто Малинотти. В фильме также снимались Сандра Мило, Сильва Кашина, Витторио Каприоли и другие. Оператор Данте Спинотти. Авторы сценария Уго Либераторе, Оттавио Алесси, Роберто Малинотти. Композиторы Гидо и Маурицио Де Анджелис. Продюсер и режиссер Роберто Малинотти. Синди – молодая девушка, живет в Нью-Йорке и занимается вокалом и танцами. Ее отец – итальянский эмигрант, занят больше своей пиццерией, чем дочерью, которая лишена домашнего тепла и проводит свое время на улице. Ее мачеха и сестры считают, что она совершенно ни на что не годится, и это только увеличивает ее одиночество и желание во что бы то ни стало бунтовать. Синди исполняется 18 лет. Обычная церемония с тортом, обычные $100, как каждый год, потому что ни у кого из семьи нет ни времени, ни желания купить ей подарок. Но в этом году к торту прибавилось неприятное известие. Из-за жалобы полицейского, который слишком распустил руки и которого Синди ударила, ей грозит тюрьма. Поэтому отец, который в глубине души обожает Синди, хочет отправить ее с сестрами в Рим, где те должны продолжить свое обучение на виолончели в Академии Святой Чичилии. Между отцом и дочерью происходит откровенное объяснение, во время которого отец узнает об удивительном таланте своей дочери. Синди соглашается уехать, и в аэропорту она случайно знакомится со странным итальянским юношей, похожим на бродягу. По прибытию в Рим, семья в тот же день знакомится с удивительной и очаровательной Марьяной Лист, магом, гадалкой, астрологом и ясновидящей, которая станет лучшей подругой нашей героини. Но самым большим сюрпризом для Синди стало то, что чуть позже бродяга из аэропорта пришел к ней домой. Вторая серия. Привет. Привет. Я пришел немного раньше. Могу подождать тебя внизу, если хочешь. Да нет, входи. Нет, твоя мать не любит бродяг. Опасности нет. Она сейчас в ванной и пробудет там, по крайней мере, часа два. Давай, проходи. Проходи. Добрый вечер. Хорошо долетели? Как вам здесь нравится? Похоже, воздух Рима сделал их немыми. А может, они глухие? Не очень-то общительны твои сестры. Они презирают таких людей, как мы с тобой. Пойдем в мою комнату. Я выполнила свое обещание и не открывала глаз до твоего прихода. Как же ты поднялась по этим ступенькам? Я открыла глаза только в доме, чтобы не разбить себе нос. Просто чудо. Я даже не ожидала, что Рим такой красивый. Он очень красив. И сегодня я покажу тебе все, что надо увидеть. И даже больше. Я надену свитер, и мы пойдем. Давай скорее. Ты никуда сегодня не пойдешь.
Рад вас снова видеть, сеньора. Добрый вечер. Кто впустил этого бродягу? Добрый вечер, хуже не бывает. Что вы делаете в спальне моей дочери? Наслаждаюсь панорамой. Она великолепна. Любуйтесь ей на улице. Нет, подожди. Митью, гость, ты не можешь его прогнать. Гость, с тобой мы поговорим попозже. Нет, сейчас, мы поговорим сейчас. Ты не можешь так с ним обращаться только потому, что считаешь, что он... Синди, у твоей мамы странный способ принимать гостей. Я прекрасно понимаю, на что ты нацелился. У тебя, как у собаки, течка. Но я тебе сразу говорю, тебе здесь ничего не обломится. Не могу поверить. Не могу поверить. Теперь, когда вы отдохнули, я вызову полицию. Какой там номер? 113. Инструкция Питера пригодилась. Алло, полиция, я сеньора Кардоне. Мне нужна ваша помощь. В моем доме бродяга. Если он уйдет, я тоже уйду. Хорошо, тогда уходите. Оба. Ты серьезно говоришь? Да, серьезно. Убирайтесь. Убирайтесь. Пошли. Ты в этом раскаешься, Синди. Я в этом раскаюсь? Нет. Хорошо, пошли. Вот мы и дома. Не понимаю, это же общественный парк. Это римский центральный парк. Здесь не ходит никаких подозрительных личностей. Митью. Боишься? Нет-нет, если тебе подходит, то и мне тоже. Если есть крыша, это уже что-то. А он что здесь делает? Меняет замок. Ты потерял ключ? Нет, но во время моего отсутствия хозяин сменил замок. Почему? Как он мог себе это позволить? Потому что он сторож этого парка. И к тому же я немного задержал с квартплатой. Я закончил, князь. Вот ключи. Спасибо. Насчет денег, не беспокойтесь. Всего хорошего. Просто потрясающе. Ну как тебе? Нравится? Я уже тебе говорила, была бы крыша и не протекала бы внутри. Как здорово! Пошли. Нужно будет сделать уборку. Небольшую такую уборочку. Да? Ты мне поможешь после нашей прогулки. Черт. Похоже на театральный магазин. Так и есть. Я все принес из Бутафорской оперного театра, так что... Так что все фальшивое. Фальшивое и не имеющее никакой цены, но тебе понравится. Конечно, мне понравится. Хотя, может, и сидеть рискованно. А вот это, похоже, не фальшивое. Ну-ка посмотрим. Но это же профессиональная стереоаппаратура. Я ж тебе говорил, раньше у меня была рок-группа, мы здесь сочиняли и записывали. Все работает? Должно. Хочешь послушать? Здесь есть диски и кассеты. Нет. Сначала прогулка по Риму. Мне так хочется его посмотреть. Хорошо. Дай мне 2 минуты на бритье и душ, а потом я покажу тебе этот город так, как никто другой тебе не покажет. Хорошо? Хорошо, давай скорее, не могу дождаться. Договорились. Я немножко пройдусь.
Это уже не моя кассета. Да, я знаю. Она твоя? Это я. Хочешь сказать, она принадлежит тебе? Нет, я хочу сказать, что это я пою. Митсио, ты здесь? Это я, Вамп. Вамп? Вамп? Вампироне? Клянусь, это он. Вамп, как твои дела? Дружище. Расскажи лучше о своих. Черт, миллион лет тебя не было видно. Ты все такой же, ну, проходите, проходите. Где ты шлялся все это время? Да, извини, это Хильда. Привет. Привет, я Митья. Она что надо? Проходи, Вампирона. Я тоже хочу познакомить тебя со своей подругой. Это Синди. Она из Нью-Йорка. Привет, Синди. Привет. А он вамп. Вампир, но ему больше нравится не кровь, а трава. А это... Хильда, она шведка. Если ты говоришь по-шведски или по-арабски, можешь начать беседу. Я ноль в этом, так что мы только обмениваемся улыбками, и все. Но ты тоже хороший, римский сукин сын. Поссорился с отцом, сел в самолет и привет. Оставил всю группу разбираться самим. Мы все наверстаем, вот увидишь. Пора бы уже. Ты еще умеешь играть на пианино после 2 лет за океаном? Успокойся, даже лучше. Снимай с себя весь этот груз, ты уже на месте. Это что, шведский или арабский? Наверняка шведский. По-арабски она бы не поняла. Ладно, отметим твое возвращение. Что-нибудь выпить у тебя здесь осталось? Нет проблем, кухня набита, все есть. Митсио, но разве мы не договорились поехать осматривать Рим? Успокойся, ночь длинна. Сначала немного выпьем, потом поедем. Хорошо. Опережая твой вопрос, сразу говорю, я самый лучший саксофон в мире и его окрестностях. А ты здесь остановилась? Я... нет, не знаю. Митсио настоящий друг, самый лучший, правда. Настоящий князь, в полном смысле этого слова, ты увидишь. Князь, тебе свернуть косяк? Трава пакистанская? Нет, марокканская. Тогда нет, спасибо, кури сам. Путешествие сделали тебя капризным. Ты не хочешь? Нет, нет, спасибо. Что здесь играло, когда мы пришли? Какая-то классная вещь. Голос, ну, просто конец света. Синди хочет заставить меня поверить, что это она. Если бы это была ты, солнышко, тебя бы здесь не было. Ты была бы окружена миллионами фанов в Америке, разъезжала бы на Роллсе, а для концерта в Риме тебе не хватило бы Колизея. Поверь мне на слово. Извините, у меня еще дела. Куда ты? Мы же празднуем встречу. Здесь ты ведь как дома? Раньше я так думала. Через 10 минут будем есть. Я не голодна, спасибо. Подойди-ка сюда. Что с тобой такое? Ничего, просто я думала, что мы... Что мы? Что мы поедем в город, только ты и я. Конечно, но позже. Мы выпьем по рюмке с вампом, съедим спагетти, а потом поедем. Хорошо. Помоги мне накрыть на стол. Да, сеньор. Молодец. Вот. Послушай, что ты задумала? Ты хочешь... Здесь, сегодня ночью. Ты нет? Я? Нет, я нет. Ладно, отдыхай. Митью, смотри, твоя викингша раскинула палатку на твоем диване. Она не моя, это девушка Вампирона, так что не волнуйся. Место найдется всем. Да, но мне уже не останется. Почему не останется? Послушай, Синди, я же... Ладно, можешь занять мою кровать, если хочешь. Я так устал, что могу спать и стоя. Бедняжка устал. Единственное глупое объяснение, чтобы никуда со мной не ехать. Что поделать, он свалился неожиданно. Он старый друг, мы вместе играли. Нам надо обсудить массу вещей. Представляю, что вы еще будете обсуждать с вашей викингшей. Мой дом всегда открыт для моих друзей и для друзей моих друзей. Ты что, благотворительное учреждение? Почему бы тебе не открыть пансион на случай, если валится вся твоя группа? И где они будут спать, в ванной? Если кому-то понравится, да. Может, даже в холодильнике? Если кому-то понравится, да. Ты же сказал, что я с тобой не раскаюсь. Я уже раскаялась.
Если так, дверь открыта. Пока. Не сомневайся, я уйду. Чтоб ты провалилась, Швеция. Ты ничего не понимаешь. Возвращайся к своей матери. Обе вы одинаковые. Обе воротите носы. Да-да-да, сматывайся. Дерьмо. Я пошел спать. Выключите прожектор. Спектакль окончен. Мы думали, ты иностранка. Я действительно американка. А теперь исчезните. Ты говоришь по-итальянски. Не плачь, детка. Покатаемся с нами. Проваливайте отсюда, чтобы я вас не видела. И погасите фары, черт возьми. Не могу видеть, как плачет красивая девушка. Тебя куда-нибудь подбросить? Или чем-то помочь? Я не вчера родилась. Знаю, что вам надо. Чего ты злишься? Мы просто здесь катаемся. В парке. Это увлекательное занятие. Всегда наткнешься или на яму, или на красивую девушку. Найдите себе другую. Мы нашли тебя, нам другой не надо. Найдите другую. Мы нашли тебя. К черту, исчезните. Хорошо, никто тебя не заставляет, мы поехали, плачь себе на здоровье. Минутку, подождите. Если я там помещусь, вы сможете отвезти меня домой? Я заблудилась. Не знаю, как найти свой дом. Я хочу есть и пить. Мы все сделаем. Садись. Дадим тебе поесть и попить. Набьем тебе брюхо и отвезем домой. Давай. Будем развлекаться. Не отставай. Как здорово. Пошли туда. Я смотрю, тебе нравится. Не забывай о нас. Мне здесь очень нравится. Тебе нравится? Так здорово, так весело. Она совсем наклюкалась. Эй, смотрите. Пошли. Пошли, еще не то увидишь. Смотри, не выпей все. Погляди наверх, нравится? Какая красота. Смотри, смотри. Мы же говорили, что с нами будет весело. Как здесь чудесно, как здесь чудесно. Чудесно. Дай мне тоже. Давайте потанцуем. Как здорово! Спасибо. Она тяжелая. Сладкая жизнь. Сладкая жизнь.
Вино. Я люблю тебя больше, чем Кока-Колу. Сладкая жизнь. Сколько же она пьет? Иди сюда. Иду. Иди, давай. Счастлива, малютка? Да. Значит, останешься с нами навсегда? Да. Где мое вино? Небольшой поцелуй тогда дам. Никаких поцелуев. Ну уже. Оставь мне каплю. К черту, никому не дам. Я, кажется, здорово напилась. Уже подъезжаем, приготовься. Может, на следующий? Зачем? Смотри, здесь наверняка найдем клушу. На помощь! Держи вора! Держи вора! Остановите их! Держи, это мой подарок. Она думает, мы просто забавляемся. Красавица, дарю тебе и это. После хорошей охоты есть чего дарить. Давай, полный газ. Жми. Смотри, вон та парочка просто поджидала нас. Давай. Держите воров. Все удачно. Никогда так не веселилась. На помощь, моя сумка! Полиция! Нам сели на хвост, жми! Жми, жми! Притормозим, надо осмотреться. Может, здесь? Полиция уже здесь. Бросай мотоцикл и скорее сматываемся. Бросай все, бежим. Кто были эти двое? Вы их знаете? Нет. Документы? У вас есть документы? Документы? Но я не итальянка. Тогда пойдемте с нами. Вставайте. Пустите меня. Вставайте. Я американка. Позвоните в мое посольство. Вы развяжете войну. И вообще, я вас не знаю и знать не хочу. Да идите вы все к черту. Отстаньте от меня. Из 5 сумок, что болтались у тебя на шее, это твоя. Воры, скорее всего, приняли тебя за вешалку. La
Наша овечка вернулась в овчарню. Наша черная овца, что ты натворил? Как с тобой обращались? В Италии тюрьмы лучше, чем в Америке. Тебя били, ты сидела с мужчинами. Ты ужасно выглядишь. Господи, тебя изнасиловали. Может, ей понравилось? Оставьте ее в покое, теперь я скажу. Твои сестры переживали за тебя. Даже ничего не ели. Вы что-нибудь ели? Нет, мама. А ты, поросенок, я немного поела. Принесите что-нибудь Синди, она умирает от голода и жажды. На кухне есть что-нибудь выпить? Я приготовила смесь сангри с кьянти. Что я такого сказала? Что это с ней? Не знаю, ее чуть не вырвало. Может, она уже... Глупости. Живот не растет, как грибы. Она сказала, что между ними ничего не было. Она бы тебе никогда в этом не призналась. Извините, у меня появилась аллергия к сангрии. Отныне ты дважды подумаешь перед тем, как шляться с людьми, встреченными на улице. Что ты хочешь сказать? Например, тот тип, который проник к тебе в спальню. Митио, он не такой, как вы думаете. И потом, он тут ни при чем. Почему ты его защищаешь, этому бандиту, место в тюрьме? Нет, это неправда. Он честный парень. И я больше не буду отвечать ни на один вопрос без адвоката. Ты говоришь, как заключенный. Это он тебя научил, дорогая. Митио меня ничему не научил. Он... Хватит об этом. В любом случае, ты сейчас здесь с нами, и дело закрыто. Скажем, почти закрыто. Тебя вытащил Николаус. Он убедил полицию, что тебя увезли и заставили пить. Но приказ о выдворении еще в полиции, осталось только подписать. И если его вышлют в Нью-Йорк, ты знаешь, что с тобой будет. Хотя, если ты хочешь вернуться домой... Нет-нет, мне здесь нравится. Мне здесь хорошо. Ты хочешь сказать, что тебе понравилось ночевать в камере? Нет, я хочу сказать, что найду, чем мне здесь заняться. Не беспокойся, мы уже нашли, чем тебя занять. Я составила список того, что ты должна делать по дому. Стирать и гладить, натирать полы и мыть окна, и готовить обед к нашему возвращению из академии. И каждый день заправлять постель. Каждый день. Теперь я поняла. Ваша забота, ваше внимание вначале... А вам просто нужна бесплатная прислуга. Не бесплатная, Синди. В обмен на твое пребывание в Италии, если только ты не предпочитаешь вернуться в Штаты. Грязный шантаж. Хорошая манера разговаривать с матерью. Но оно так и есть, грязный шантаж. Называй как хочешь. Или соглашайся, или отказывайся. Я... Нет, нет. Если ты откажешься, я позвоню Николаусу. Он предупреждает полицию, и тебе немедленно пришлют приказ о принудительном возвращении в Штаты. Так что? Нет. Я предпочитаю сидеть в тюрьме, чем прислуживать вам троим. Туда ты примехонько отправишься. Подожди. Я сделаю, как вы скажете. Тебе бесполезно говорить, что это для твоего же блага. Ты все равно не поймешь, но ты должна понять, что есть вещи поважнее, чем шатание по ночам. С завтрашнего дня ты начинаешь работать по дому, а твой свободный день — четверг. Запомнила? Я составила список того, что надо купить на завтрак. Кстати, я забыла тебе сказать, что все твои вещи мы перенесли в комнату прислуги. Мы учимся и не можем находиться рядом с тобой. И не буди меня раньше 9. Если ты готова исправиться, ужин тебе зачтется. Ты должна быть очень энергичной. Если где ты сможешь отдохнуть, то только в тюрьме, дорогая. Да, все документы в порядке, но еще раз повторяю, что ваше заявление пришло слишком поздно. Но отец выслал его очень давно. Если оно пришло не вовремя, это вина почты, вашей почты. Чья бы это ни была вина, факт тот, что оба ваших заявления пришли на следующий день после прекращения приема. Сожалею.
Но мы приехали из Соединенных Штатов. Мы сняли дом на 2 года. Вы хотите отправить нас назад в Нью-Йорк? Позвольте, я могу взглянуть? Это квитанция о высылке документов? Да, папа посылал. Вы теряете время. По правилам, заявки о приеме должны быть поданы не позднее 20 апреля. Во внимание принимается штемпель на конверте, понятно? Значит, они пришли вовремя, посмотрите. Я уже смотрела. На печать указано 21 апреля. Посмотрите сами. Да, здесь дата и час прибытия. 6 утра 21 апреля, что значит полночь 20-го в Нью-Йорке. Так что все в полном порядке. Я не понимаю, о чем вы. Если вас не примут, вы должны подать жалобу на Академию. Или пусть Академия даст концерт для возмещения ваших убытков. Я бы на вашем месте не взяла на себя такую ответственность. Хорошо, я спрошу у директора. Ты нам спасла жизнь и нашу карьеру. Я Кэрол Кардоне, а это моя сестра Элизабет, Виктория. А на чем ты играешь? На скрипке. Мы из Нью-Йорка. Я училась в Кембридже, в Штатах. Нет, это университет в Англии. Директор сказал, что можно принять во внимание смещение часовых поясов. Здорово, фантастика, ты просто молодец. Я очень рада. До скорого. Спасибо. Пойдем с нами. Извините, когда начинаются курсы? Не знаю, как тебя благодарить. Без тебя эта ведьма выслала бы нас обратно в Нью-Йорк. Это наше первое путешествие в Европу, хотя мы дочери итальянца. А вот и мама. Привет, девочки. Я сделала потрясающие фотографии собора Святого Петра. У вас все в порядке? Да, мы ученицы Академии. Это благодаря Виктории. Я очень рада. Меня зовут Мюриэль Кардоне. А вы? Мама, поговорим потом. Может, что-нибудь выпьем с Викторией? Хорошо. Поскольку вы помогли девочкам, я плачу. Мама у нас американка. Я это поняла. Ты была потрясающей. Ну что ты? Я бы никогда не додумалась до часовых поясов. Вернулись бы в Нью-Йорк и гудбай, Италия. Теперь говорите гудбай, Америка. Может, здесь? Ты ловко придумал этот трюк со смещением времени. Неаполитанцы лучше всех надувают. Ты из Неаполя? Нет, из Рима. Это то же самое. Мой муж неаполитанец. Как тебе удалось записаться на курсы для иностранцев? Мне сделали исключение, чтобы я не теряла год. А почему? Я собираюсь замуж и устроила себе каникулы. Поздравляю. Потому что мы уедем на медовый месяц. 3 месяца медового месяца? Немного ли? Мы будем все время путешествовать. Малайзия, Бермуды, Паго-Паго, Бали и все прочее. Ты за кого выходишь замуж? За турагента? Нет. Филиппо не из тех, кто работает. Но эти путешествия стоят массу зеленых. Зеленых? Ну да, баксов, долларов, капусты. У Филиппа этого достаточно. Я вышла замуж за Гарри только по любви. И узнала о его нефтяных скважинах в Техасе только потом. Ваш муж техасский нефтепромышленник? Кардоне Петролиум. Но я так поняла, что он итальянец. Да, какие-то отдаленные предки. Мы живем на вилле в Нью-Йорке, но он всегда или в Саудовской Аравии, или в Техасе, или в Далласе, прямо как в телефильме. Да. Несчастье в том, что у него личный самолет. Гарри только и летает по свету, как заводной. Да, сама понимаешь. Гарри настаивал, чтобы мы сняли виллу на Аппиевой дороге, где живут кинозвезды. Но у нас есть кузен, который очень хотел сдать нам свой шикарный древний особняк в центре Рима, и мы не смогли сказать ему «нет». Вам удалось уладить вопрос с прислугой? Мы привезли с собой свою Синди, настоящее сокровище. Она с нами много лет, не так ли, девочки? Добрый день. Добрый день, Чезаре. Папа дома? Он еще не вернулся, княжна. Хорошо, значит, я не опоздала. До свидания. Еще раз спасибо, что подвезли. Увидимся завтра. Пока, Виктория, пока. Это дом этой девушки. Я слышала, как ее называли княжной. И я слышала. Значит, Виктория настоящая княжна? Девочки, мы познакомились с людьми королевской крови. Эй, listen! Послушай, чей это особняк? Чей он? Вы можете говорить по-английски, мадам, я понимаю. Да, спасибо. Как называется этот дворец? Палаццо Герардески. И кто там живет? Герардески. Княжна Виктория вышла из вашего такси, полагаю, вы с ней знакомы?
О, Господи. Господи, у них здесь квартира или целый этаж? Это их палаццо уже много веков. Назад. Это была мать сеньорины Витории, княгиня Мафальда Д'Арагона Кастегранде. Вам плохо, сеньора? Нет. Спасибо вам большое. Мадам. Они ездят на машине из комнаты в комнату. Девочки, чтобы не ударили в грязь лицом, поняли? Ни слова о пиццерии вашего отца. Да, мама. Чего это ты наговорила о нефтяных скважинах? Грандиозная идея. Это было вдохновение. Я уверена, что для них нефтепромышленник хуже владельца пиццерии. Да нет, нефть — это все. А вы держите рот на замке. Можем ехать, пожалуйста. Еще написано, что семья Герардески дала церкви 3 пап и 12 кардиналов. Да, конечно. И получила известность в высшем обществе благодаря дружбе с семейством Гордона. Перестань и принеси кофе. Палаццо Герардески – один из немногих римских палаццо, оставшихся во владении исконных владельцев. Просто невероятно. Я сразу догадалась, что у них полно денег. Интересно, есть ли у них прислуга для вытирания пыли с драгоценностей? Это один из лучших образцов архитектуры Возрождения. Его расписывали лучшие европейские художники. Там останавливались Филипп II, Карл V, Наполеон Бонапарт, который спал в спальне, носящей название Рафаэлевской. Может быть, Витория спит в этой спальне? Сегодня вечером я не пойду к Наполеону, у меня страшно разболелась голова. Ты вымыла посуду? Сейчас вымою. Поскорей. Да, если мне позвонят, я в кухне Рафаэля. Ты не веришь? Посмотри. Это столовая. Они там каждый день едят. А где они должны есть? В ванной? Оставь ее, дорогая. Ты же знаешь, она грубая, ничего не понимает. Не откровенничайте с прислугой, а то она обнаглеет. Мама, видишь, какая она? Посуда Синди. На кухню. Немедленно повинуюсь, мама-сан. Иди, иди. А потом подмети террасу. Привет, Теодор. Как дела? Откуда ты? И какого черта делаешь здесь? Я тебя немедленно отнесу Марьяне. Озорник. Пошли домой. Твоя хозяйка, наверное, волнуется, что тебя нет. Спокойно, спокойно же. Ты меня напугала. Привет. Я принесла тебе Теодора. Давай домой, пока тебя не видела Мюрель. Входи, Синди. Пожалуйста. Спасибо. Кофейная гуща не предсказала тебе приход гостей? Потому что я пила чай, а я его пью и ни о чем не спрашиваю. Чего здесь только нет? Я совсем по-другому представляла твой дом. Он такой странный. Что это? Это любовные напитки. Особые напитки. И что ты туда кладешь? Несколько капель настойки из трав. И 6 капель валерьяны. Это тебя расслабит, наполнит надеждой, сделает привлекательнее. Это поможет тебе не злиться. Но ты и так не злая. А ты не боишься последствий? Может, и боюсь, но я ужасно устала. Я тоже. Все время работала. Карты, таро, любовные напитки, кофейная гуща. Вчера вечером выстроилась огромная очередь. Пришлось работать и ночью. За тройной тариф. С другой стороны, это такие богатые люди, что можно их немного пощипать. Как твои 3 медведицы? В клетке нахожусь я. Марьяна, прошу тебя, мне нужна твоя помощь. Как друга? Нет, как колдунья. Но ты же в это не веришь. В данный момент во все верю. Что за проблема? Я хочу найти одного парня. В Риме полно ребят, только выбирай. Нет, нет, я уже нашла его, но потом потеряла. Интересно.
Значит, тебе нужна моя профессиональная помощь. Что ж, пойдем. Успокойся. Ты не в пещере злой колдуньи. Вот, садись. И не сиди нога на ногу, пожалуйста. Тебе в первый раз гадают на картах? Да. Тогда нужно тебя инициировать. Положи свою левую руку вот сюда. Это солнце. Ты знаешь имя человека, которого ищешь? Да, Митью. Сними левой рукой. Митью и все? Я не знаю его фамилии. А знаешь кого-нибудь из его семьи? Нет, я никого не видел. Кажется, он с ними не очень ладит. Я знаю, что он беден. Он живет в оранжерее, в парке. Теперь сконцентрируйся, будь внимательна. Итак, резюмируем. Его зовут Митью. Живет в оранжерее в каком-то парке, беден, семья его выгнала, и он вернулся из долгого путешествия. Откуда тебе это известно? Мне сказали об этом карты. Дай мне свою. Да, конечно. Старого достаточно. Теперь спросим хрустальный шар. Подожди здесь, я сейчас вернусь. Делай что угодно, но найди мне его, прошу тебя. Я ищу его. Чувствую присутствие кое-кого. Мне не нужен кое-кто, мне нужен он, мне нужен Митью. Не отвлекай меня. Вот он. Вот он ближе. Нет, нет, уходит. Теперь он уходит. Удаляется и идет к... Как это удаляется? Вот. Вот, вижу. Вижу какое-то помещение и слышу... Слышу музыку. Вижу пестрый свет и танцующих людей. Это дискотека. Точно дискотека. Она называется... Называется... О! Нет, нет, никак не могу увидеть. Я уже ничего не вижу. Я устала. Больше ничего не могу. Все. Нет, теперь ты не можешь остановиться. Скажи мне название дискотеки. Ничего не вижу. О, да! Теперь, кажется, вижу. И там находится Митью. Вижу. Вижу его и вижу название. Это клуб 68.
Пожалуйста. Два сока. Извините. Я бы хотела фруктового сока. Сейчас. Спасибо. Спасибо. Какой густой. Ты все-таки села на свой самолет? Даже если он не был самолетом Корнелл, как поживаешь? Если ты путаешь меня с теми девчонками из Нью-Йорка, которых ловят на выходе из балетной школы после занятий, ты ошибся. А что ты делаешь в этом вечном городе? Скажем, у меня что-то вроде каникул. Ты одна? Нет, не одна. Я со своей семьей, если ее можно назвать семьей. Мне кажется, ты не очень ладишь со своими предками. А мы выступаем в Риме, Милане, Флоренции. Потом поедем в Южную Америку, в Бразилию. Ты могла бы как-нибудь вырваться и поехать со мной? Ты сразу переходишь к делу? Да. Но на этот раз не к тому, о чем ты думаешь. Действительно, ищу певицу такую, как ты. Ты шутишь? Нет. Я на земле, тогда как твоя группа высоко продает свои диски миллионами каждый год, а я... Подожди. Подожди, хотя бы закончим разговор. Я уже закончила. Я с ним, с этим парнем за пианино. Во всяком случае, надеюсь на это. Митя. Послушай, беглянка, мое предложение остается в силе, если ты передумаешь. Thank you.
Митью, ты веришь в сверхъестественное? В магию, в гадания, в звезды? Конечно. Нет, думаю, не веришь. Я тоже раньше не верила. А теперь верю. Почему? Потому что магическая сила привела меня сегодня сюда. Да, конечно. Та же магическая сила говорит мне, что ты хочешь меня поцеловать. Думаешь, это подходящее место? Фильм озвучен фирмой «СВ-кадр» по заказу Московской независимой вещательной корпорации в 1998 году. Конец второй серии.